Абов ждал, когда у него кто-то вылетит из игроков, ставил спину, а никто из игроков Металлурга на него не выдвигался. О, гол! Насквозь пробивает Павел Карнаухо! Вот этот тачдаун, действительно, связка Светлаков-Карнаухо пришла на выручку в самый нужный момент. Вот большинство не сработало, ребята, в большинстве-то и не выходили играть. 2-2! Своей настырностью сейчас взяли армию.